Готовлю самое простое и вкусное тесто для пиццы. В теплой воде разведу дрожжи. Добавляю сахар и дрожжи. И оставлю постоять минут 5-7. В миску просеиваю муку. Немного оставлю. Всыпаю соль. Делаю небольшое углубление. Вливаю подошедшие дрожжи. Добавляю растительное масло. Начинаю замешивать тесто. Добавляю оставшуюся муку. Когда все собралось в один ком, переходим к замешиванию на столе. Месить тесто я буду примерно минут 5, чтобы оно стало более гладким и эластичным. Сегодня я буду готовить 4 пиццы. И этот кусочек теста сейчас разделю на 4 части. Каждый кусочек теста подкатываю в шар. Поднос подпыляю мукой. Выкладываю сюда шарики теста. Закрываю пищевой пленкой. И оставляю на расстойке примерно на 1 час. Как замечательно подошло тесто. Будем формировать пиццу.